25 февраля состоялось заседание Политсовета Ленинского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». На сегодняшний день на учете в районной партийной организации состоит более 900 человек. В городских и сельских поселениях активно работают первичные партийные ячейки. О том, какая работа осуществлялась в 2013 году, что предстоит сделать в наступившем 2014, и шел разговор на встрече однопартийцев. Расширенное заседание Политсовета Ленинского отделения партии «Единая Россия» состоялось в историко-культурном центре. Кроме членов Политсовета, также заместители глав администрации, главы администрации поселений, секретари первичных отделений, ревизоры первичных отделений. Ну, в общем, активисты Ленинского муниципального района. На повестку дня заседания было вынесено несколько вопросов. О работе местного отделения в 2013 году доложил глава района, секретарь отделения Сергей Кошман. Особое внимание в нашей работе уделялось реализации проектов, инициированной нашей партией, направленной на решение самых актуальных и злободневных проблем. Это и строительство детских садов, и благоустройство населенных пунктов, и жилищно-коммунальное хозяйство, социальная сфера и экономика. Приоритетными направлениями в работе Ленинского отделения партии были создание полноценных условий для работы и активной жизни инвалидов, реализация партийного проекта «Качество жизни», в рамках которого осуществлены такие мероприятия, как открытие перинатального центра, отделений общеврачебной практики. Много сделано в системе образования, особенно дошкольного. Надо сказать, что год для нас был достаточно успешным. Нам удалось за прошедшее время сократить очередь детские дошкольные образовательные учреждения, детские сады в 3 раза. Это серьезное движение вперед. И в наших планах к середине 2015 года очередь ликвидировать детские сады в нашем муниципальном районе. Работа по реализации партийных проектов «Народный контроль. Горячая линия ЖКХ», «Управдом» и «Школа управдомов» обсуждалась на заседании. В целом проект большой. Он подразумевает не только создание горячей линии. Сегодня предполагается создание некоего такого гражданского института, который позволит на территории Ленинского района, в том числе, который позволит повышать квалификацию, производить обучение управляющих многоквартирными домами. На заседании рассматривались и другие вопросы, в том числе предстоящие довыборы. Члены Политсовета утвердили и план работы на 2014 год Ленинского отделения партии «Единая Россия». Людмила Медведева, Александр Ильин, Наталья Буслаева, «Видное ТВ».